Олег Кустов, «Готический ангел», поэма, читает автор, Анатолию Ставрову. Первое. Он говорил, что мир, то есть их долина, был сначала пустой ямой в скалах, а потом возникли сперва неодушевленные предметы, лишенные дара осязания, и ламы, и еще другие существа, у которых очень мало разума. Затем появились люди и, наконец, ангелы, которых можно слышать, когда они поют и шелестят над головами, но которых коснуться нельзя. Герберт Уэллс, «Страна слепых». По фасадам и линиям зданий птицы свой совершают полет. Кто любовью когда-то был ранен, согласится глядеть в небосвод. Из его бесконечной печали к нам на паре расправленных крыл раньше воины в белом слетали и спасали от адовых сил. И слепым, как птенцы от рождения, людям был уготован резон, по велению слуг провидения прозревали они горизонт. Манной вскормлены, солнцем согреты, своему веку сверстники шелест крыл обращали в сонеты Аполлона на перстники. Но беспечно свободную долю, променяв на ночлег и порог, очерствели душой поневоле, то ли люди, а то ли песок. Вот и ангелы нынче вопали, и забыта история вся, о которой легенды слагали, но которой коснуться нельзя. Только парка любовь затерялась меж людей, меж пространств и времен, и внушает и нежность, и жалость тем, кто был ею благословлен. Мы ее по всему свету ищем, как нетленную память земли, охраняющую пепелище, где сожгли детские корабли. По фасадам и линиям зданий птицы свой совершают полет. Кто любовью когда-то был ранен, согласится глядеть небосвод. И теперь не прошу я о многом, ни Манхэттен, ни старый Берлин, брать не будем с собою в дорогу, я мечтаю обычно один, о вещах недоступно высоких, нам желательно быть налегке и не думать о правилах строгих, обходясь без синицы в руке. Я приветствую уединение, ощущение полета во сне, вместо крыл нам дано вдохновение, чтоб лететь на коньке-горбунке. Этот младший сородич Пегаса, без чинов и без званий, дружок, вытанцовывает свистоплясом, так что бесы бегут наутек. Мы открыты ему, как спартанцы, обнажаем для боя тела. Он приблизится в огненном танце, он не знает узды и седла, и в ЖТ устремляется с места. Мыслью вольною не пренебречь, наши предки растратили жесты, обретая великую речь. С той поры стоит крикнуть пытливо, распугать над тропинками сов, и конек озорной и ретивый прибегает на самый зов. И пока в тридевятое царство нарастает опасный разбег, синезвездные государства расправляют косынки парсек. Потому не прошу я о многом, ни Манхэттен, ни старый Берлин, брать не будем с собою в дорогу, я мечтаю обычно один. Послужил древнегреческий катет геометрии тождества, расплескав светозарность в квадрате по купелям немым вещества, призадумался мудрый создатель, та же близкая степень родства. И боясь, что за дело не хватит, без какого-либо колдовства Бог смешал слезы горькие с глиной. Босый, стриженная
голова, блудный сын возвратился с повинной. Человеческие существа. Второе. Он говорил о радостях зрения, о том, как прекрасны, когда на них глядишь, горы и небо, и утренняя заря, а те слушали с недоверчивой усмешкой, переходившей тотчас в осуждение. Ему отвечали, что нет никаких гор, а у конца гор, где ламы щиплют траву, лежит конец мира. Туда упирается дырявая крыша мироздания, с которой падают роса и лавины. Когда же он упорно твердил, что у мира нет ни конца, ни крыши, что конец и крыша лишь выдумка слепых, ему отвечали, что мысли его порочны. Герберт Уэллс, «Страна слепых». От идей безалаберных, слов достаточно матерных, разбрелось, будь здоров, как сыны революции в судорогах полюции вешали юнкеров. При таком безобразии власть народную сглазили, тут и вышел обман. Генералы, политики, маркетанты и нытики набивают карман. Пыль летит из-под топота, на себе ставит опыты горе-натуралист. Увлечен метафизикой, был беднягой, стал шизиком. Глуп, хотя и речист. Он кропает об атомах и висит на полпятого, с чем давно не лады. По утрам тучей спрятанный, тихо образ распятого освещает сады. Неприступная дамочка, фотография в рамочке, что еще полбеды, в обращении с возрастом машет тысячи раз хвостом, заметая следы. Бесполезны усилия, не считая изобилия и в награду труды. И ни печки, ни лавочки, ни хотя бы приставочки не сыскать под зады. Доктор помнит про клинику, лечит только за финики африканской страны, и погибшему цинику для девчонок в малиннике более не нужны стрелы косноязычия, мнения непредвзятые о бескровном величии. Люди бедные и богатые, лишь случайные крайности с неслучайным итогом виртуальной реальности Господа Бога. Третье. Он ощущал некоторый душевный подъем, как каждый в начале борьбы, но больше смущения. Он начал сознавать, что с людьми более низкого духовного уровня, нежели ты сам, даже и бороться успешно нельзя. Герберт Уэллс, «Страна слепых». Спать не хочется. Одиночество. Поздний час, темный дом, только ночь за окном. Электронным лучом монитор озарен. Но чудес не найти во всемирной сети. Разговоры одни, так что ты извини. В лабиринте немалом выход там, где начало. При движении вспять прошлое осязать. Сколько в памяти дней, столько в сердце огней. На грехи, если тяжки, жизнь наложит растяжки. Протирают штаны во дворе пацаны, голоса не слышны, полуночники. И, наверное, таят про себя хитрый взгляд, что мечтать не умел даже Герберт Уэллс. Отступая назад, помним рай, видим ад. Если помнить верней, мысль окрепнет скорей. В тишине спички чирк, храм закрыт подле цирк. Там под сводом на штанге плыл готический ангел
сквозь пожар Византии к безутешной Марии, завершая свой круг после века разлук, вестью равнопобедной для богатых и бедных. Ей подставили плечи языков и наречий, чтобы, радуя лиру, разносилась по миру, и, махнув через бездну, души смели воскреснуть. В лабиринте немалом выход там, где начало. И в углу самом вау, кликнув мышкой шатдаун, застрекочет процессор в своем деле профессор, и с альпийской травкой растворится заставка, будто в дымке печальной выкуренный отчалил на ребяческом флоте вечной жизни наркотик и блуждает смиренно по дорогам вселенной. Поздний час, темный дом, дремлет ночь за окном. Был с тобою знаком, помнишь ли ты о том? Танец в небо взнесенный, молодой и влюбленный, восхищенный, изволь-ка, испытай себя, только спать не хочется одиночество.